Хочу со всеми поздороваться и поблагодарить, что вы пришли. Мы очень дорожим и гордимся дружбой с Ириной Витальевна, которую мы считаем таким литовским и вообще, наверное, моральным авторитетом, может быть, мира. И таким самородком, и как я назвал сегодня, аристократом духовности. Мы благодарны не только за то, что она приходит сюда и поддерживает нас словом, присутствием, но тут и ее библиотека, которая вот написана профессором Сиренос Висейтос коллекция. Вот эти книги, которые она нам подарила, и мы собираемся ее держать в одном месте, тем самым показывая, как бы отражая часть ее коллекции и каким образом придавая значимость, видимо, нашей самой библиотеке, и храня память о ней. Надеюсь, что это будет навсегда. И мне приходилось присутствовать на представлениях ее книги на литовском языке. Я тоже наблюдал, слушал, как книга представлялась в литовском еврейском обществе. Вот этот перевод я уже имею в виду. И я думаю, что все эти представления и дискуссии, которые были, они не исчерпывают глубины тех вопросов, которые бывают затронуты и о которых можно долго и долго разговаривать. Тем не менее, мы ограничены во времени. И я хочу пригласить и дать слово автору книги Ауримосу Швабесу. Кстати, может, он тоже объяснит. У меня технически такое сразу было непонятно, что в литовском варианте автор один, который в предисловии даже берет всю ответственность за то, что написана книга, на себя. Как в русском варианте получается, даже на самой обложке как бы два автора, и может переводчица и сам автор объяснит, изменило ли это что-нибудь в содержании самой книги. Так что, Ауримос, первый вопрос к вам. Как вы подошли к этой теме? Почему вы решили ее писать? И как уговорили Елену сотрудничать? Между людьми, которые видели историю, творили историю, и между историком, который хотел узнать что-то для себя и для читателей своей будущей книги. И в каком-то этапе моей жизни разговор с другими людьми был для меня и методом, и как бы диалогом. И дверьми на разные важные для меня темы. А Ирена есть мастер диалога. И я очень рад, что одна подруга Ирены просто инициировала нашу встречу и просто приоткрыла дверь для меня. Я этой возможностью воспользовался. Да, вот, собственно, и все. Что я хотел вам сказать, я уже могу пойти домой. Я думаю, что вы очень удачно коснулись вот этих вечных экзистенциальных тем, которые интересны не только вам, но мы благодарны за то, что вы дали возможность нам приобщиться к этим разговорам в роли читателя и сейчас в роли как бы здесь участвующих на такого рода дискуссиях. Спасибо вам за это. Я думаю, что вам не уходите, еще будут вопросы. Вот. И тогда обращаюсь к Ирене. Как он вас соблазнил? Он же красивый молодой человек. Ну, вы знаете, я уже хоть в конце живу, в конце концов, в финале своей жизни. И меня очень многие уговаривали писать свою биографию.
Но я никогда не могла этого сделать. Во-первых, я живу в современности. У меня никогда не было на это время. Во-вторых, я не считала мою жизнь особенно интересной. Есть очень много разных других интересных людей. И я тоже не чувствовала, я считала, что если я пишу, я должна быть до конца откровенной. А я человек, который не всегда хочет раскрыться полностью. Я ценю и приватность. И поэтому я никогда не собиралась даже писать. Но и вдруг пришел ко мне вот этот молодой человек. Очень мне нравится это выражение «молодой человек». Он действительно молодой человек. Он мог бы быть моим внуком. Он перед этим, как он пришел ко мне, он написал 3 книги о историке Гудавичусе, известном литовском, написал книгу о Гринкевичусе, режиссере известном, и написал книгу тем же методом о Рапшисе, художнике очень тоже интересном. И вот он пришел и сказал мне, что он уже не собирался больше писать таких книг, но вот его уговорила Аудара Жукайтите, моя бывшая студентка, теперь она руководит театром ОКТ. И Ауримус пришел, не знаю, почему он заинтересовался мной. И мне показалось, что он умный, что он очень тактичный, это было первое мое впечатление. Он действительно, в моих глазах, он молодой. Я всегда люблю слушать и встречаться с молодыми людьми, с другим поколением, чтобы не отстать от жизни. И я не знаю, вот я сказала, хорошо, попробуем. И так мы 3 года беседовали друг с другом. Аурима записывал мои ответы, потом их расшифровывал, потом присылал ко мне, и тогда я их заново писала, потому что, конечно, в разговоре всего не скажешь, и надо было и разговорный язык, это не письменный язык, и я приводила его в Божий вид, и всегда вместе с Ауримасом. Это действительно книга, которую только мы оба сделали. Это его инициатива, это его вопросы, это его... Он придумывал очень хорошие названия всегда. Это абсолютно все его комментарии, без которых не было бы книги. А вот я рассказала как-то, вот открылась ему, и мы не только... имели, мне кажется, обоюдное удовольствие разговора, но мы стали даже друзьями. И я очень этому рада, это очень ценю. И я безумно, конечно, рада, что книга нашла отклик. Вы не представляете себе, как я боялась, потому что врать я не вру никогда. Никогда даже в советское время я студентам не врала, ни к чему не приспосабливалась. Говорила им то, что я думаю. Иногда в более осторожной форме. Например, когда меня спрашивали, что я думаю о Солженицыне, я говорю, я ничего не думаю, потому что мне не дали читать его книги. Раз мне не дали читать его книги, я не могу иметь никакого мнения. И, конечно, они все понимали, что я это не одобряю. Так что, мои студенты, так что это... Ну вот так и получилась эта книга, и теперь она переведена уже на 4 языка, на русский, замечательный переводчик, действительно талантливый переводчик. Я бы сказала, она действительно, я слышу свой голос в ее переводе, это вот Анечка, Умка, я ее называю Умка, мне это нравится. Вот. Потом вышла на польском уже языке большая, так сказать, книга. Потом сейчас вот у меня приглашены в Германию, где будет презентация немецкого перевода. И уже готовится, наверное, в ноябре или в декабре выйдет английский перевод.
Так чего желать? Чего желать боли? На идиш, вот это мне сказала, кто мне сказал? А Фаня Бринцовская сказала мне, что ее мечта, чтобы книга была переведена на язык идиш. А почему не на иврит? Почему не на иврит? Это в книге написано, почему. Было противостояние между идишистами и иврит. Это да, это понятно. Но на идиш. На иврит а потом просто больше читателей, наверное. Но, видите, Фаня Бринцовская исходит из своих интересов. Она очень большой любитель еврейского языка. Она хочет говорить, она страдает, что идиш уже нету. Я понимаю ее желание. Я тоже кончила идиш, не кончила, а училась перед войной в идиш школе. Я знаю идиш, понимаю, но уже говорить теперь мне очень трудно по идиш, потому что я не употребляю этот язык уже 43-го года. Спасибо. Я думаю, что мы после того, как поговорили о том, как книга нашла свой путь в печать, мы вернемся к содержанию еще каким-нибудь более интересным моментом. Но сейчас пора послушать Аню, вот эту талантливую переводчицу. Звук, голос Ирены, в который как бы вселился. Как, она дебют у тебя? Или что? Как ты нашла эту работу? Во-первых, это ты все во всем виноват. Потому что несколько лет назад я как-то здесь была, ты говоришь, а вот тут у нас будет встреча с Иреной. А ты не знаешь нашу Ирену, сказал ты. Мне стало как-то очень странно и стыдно. Как я могу не знать нашу Ирену? И я срочно стала соображать. А потом я пошла на вечер Томаса Венцлова в этот самый домик, небезызвестный. Ну и там, после этого все как-то пошли пить чай, и мне говорят, ну и ты, девочка, тоже иди, значит, с нами. Я, значит, пошла послушно с ними, и тут вдруг вижу, что сидит действительно наша Ирена, и она говорит, о! Так это же дочка Залесской, говорит она про меня. И я очень обрадовалась, потому что мало кто говорит слово «дочка Залесской» с радостью. Потому что есть разные мнения о том, что, собственно, делала моя мама в Литве, из литовской литературы и так далее. Но мне кажется, что ничего особенно плохого она все-таки не делала. И оказалось, что они дружили, но, в общем, все это оказалось, как всегда, в Литве одна такая... Один такой клубок, вот, тот тебе и Венцлова, которого книгу я как раз переводила, и ты тут, и мама, и Ирена оказалась, вот. А потом оказалось, что Ауримас слушает русский рок, например, то есть это уже совсем потом. Когда я увидела, что есть эта книжка, у меня родилась, не сразу, но родилась гениальная идея сделать эту книжку по-русски. И тогда небезызвестного тоже вам всем Даумантеса Тотесаса я спросила, как ты думаешь, дорогой Даумантес, мы можем эту книжку взять и каким-то образом финансировать ее издание, перевод на русском языке. И мы стали работать в этом направлении, так что вот спасибо Даумантесу большое за то, что эта книга была сделана. И ну вот так вот все оно и получилось. А то, что слышно речь, ну так это извините, это моя профессия, так надо. Я думаю, что иначе вообще не имеет смысла переводить. Я Ирену знаю, мы с ней говорили, и когда я переводила, я все проговаривала про себя, как это сказано. Если оно на язык не ложится, значит его нельзя писать. Но, может быть, на вас повлияло и то, что в этой книге, как знаете, ее надо продавать на литовском языке, так там были рекомендации. И там была рекомендация Томаса Венцлова тоже, за что я ему всегда благодарна. А его рекомендация очень много значит. Не только для меня, но для всех читателей Литвы. Для меня это была устная рекомендация. Я сначала стала переводить, а потом у меня появилась бумажная книга. У меня сразу интернет. Ну, конечно, еще бы. Ну, что вы с Томасом, друзья, это для меня очень много значит. Вот так. Не знаю, что еще надо говорить.
Но если нет чего-нибудь специфического в переводе именно этой книги, я не знаю. Эту книгу было легко переводить, то есть она была длинная, вот, и это было тяжело. А легко было то, что я знаю человека, ну, то есть как вообще невозможно знать человека, ну, я знакома и даже неплохо знакома с человеком, который говорит, и потом я познакомилась с человеком, который спрашивает. И, в общем, реалии тоже более-менее какие-то известные. Знакомые, особенно что касается послевоенного Вильнюса, я все это по маминым рассказам и по собственному опыту хорошо знаю, помню. Так что, ну, все это где-то близко, под руками. А все, что касается довоенного Каунаса и всей истории с гетто и так далее, это, по-моему, это просто бесценный абсолютно опыт. И то, что это вот так рассказано, бесхитростно и, я бы сказала, безоценочно, вот это великая вещь, то, что вы никого не клеймите, никого не превозносите, и это так мудро, и это великая вещь, то, что вы делаете. Никакой бесстрастности в этом нет. Сейчас же тут происходят безумные драки по поводу еврейского следа, так сказать, в истории Литвы. Ну, а человек совершенно в этой драке не участвует ни разу. Спасибо большое. Да, вот так, спасибо. Может быть, я не права, поправьте меня, я человек посторонний, скромный переводчик, ничего не знаю. Времени, никакого отношения не будет. Спасибо, Аня. Тоже, наверное, вернемся еще более к содержанию и все выскажемся. Но так мы подошли и к четвертому нашему участнику этой встречи, который писал рекомендации, который давал рекомендации, и которому мы тоже очень благодарны за то, что он бывает у нас, что здесь присутствует. Мы очень ценим его дружбу тоже. И он обещал вроде тоже что-то сказать про Ирену или про книгу, я даже точно не знаю. Хорошо, господа. Как я понимаю, лингва франка все-таки русский язык. Язык купанта, как я говорю обычно, или старшего брата. Ну, про старшего брата есть хороший анекдот, что некий грузин сказал, а чего волноваться, старший брат? Старший брат – это тот, который умирает раньше. Ну ладно, значит, что я, когда меня сюда пригласили, я решил, что я поговорю не о книге, а о самой Елене. Причем я говорил уже о ней не так давно, когда ей присуждали имя человека пограничья в Польше, в Сейнах. Опять же, это можно сказать, что это Польша, можно сказать, что это Литва, это город спорный. И то, что я говорил в Сейнах, я, пожалуй, более или менее повторю. Мне придется переводить с польского, так по ходу дела, не знаю, как это получится, но попробую. Если бы мне предложили определить две главные черты Елены Вейсайте, я бы сказал, это молодость и эмпатия. Дом ее обычно полон молодежью, и с молодежью она легче всего находит общий язык. Всегда входит в чужие, так сказать, проблемы, всегда ощущает чужие эмоциональные состояния, как свои собственные. И это обязательные черты хорошего педагога, каковым Елена была всю жизнь. Об этом доме можно рассказывать долго. Это, ну, не дом, скорее, квартира. На верхнем этаже огромного здания с начала 20 века, на улице Басанавичус, до военной большой погулянки, откуда, кстати, хороший вид на вильнюсский старый город. Это, кажется, тот самый дом, где провел детство Ромен Гали, французский писатель, а также восточноевропейский писатель.
Во всяком случае, эти окрестности этого дома он написал в своей наиболее известной книге «Обещание зари». Как раз напротив дома Ирены ему не так давно поставили памятник в юмористическом стиле. Это подросток, который пробует съесть собственную галошу. Сцена из упомянутой, упомянутой повести. На стене здания также находится несколько более официальная мемориальная доска основателем литовской социал-демократии. Это тоже в какой-то мере соответствует ситуации, хотя бы отчасти. Елена не принадлежит к социал-демократии, слава богу, никакой другой партии, но правые взгляды – это наверняка не то, что для нее характерно. Монументальная лестничная клетка, там тут я написал, которую всегда ремонтируют. Сейчас, слава богу, отремонтировали. Ведет в наиболее гостеприимную квартиру в Вильнюсе. И это значительная точка на культурной карте города. Отчасти это музей, потому что тут можно увидеть картины и снимки друзей Елены, в том числе ее родственника Александра Шромаса, замечательного юриста и политолога, как литовского, так и американского. Почти ежедневно тут приходят и писатели, и мыслители, и журналисты, и люди театра, дипломаты, музыканты, учители, ученики гимназии. Приходят люди разных народов, с довольно разными мировоззрениями, из Литвы, из других балтийских стран, из Польши, но также из Англии, Германии, России, в культуре которых Елена ориентируется не хуже, а иногда и лучше рядового англичанина, немца или русского. Тут говорят о новых книжках, спектаклях, выставках, концертах, фильмах, путешествиях, ну и, конечно, политических новостях в Литве, в Европе и во всем мире. В этой динамической атмосфере сталкиваются мысли, не принято здесь только произносить антидемократические и нетолерантные мнения. Ну, кстати, такие люди в дом Елены просто не вхожи и сами, вероятно, не хотят туда ходить. Тут начинаются знакомства, которые часто приносят прекрасные плоды. Рождаются мнения, идеи и культурные проекты. У Ирены сложная самотождественность, как, кстати говоря, у многих людей в наше время, и я считаю, что скоро это, слава богу, эта сложная самотождественность станет делом всех, потому что она литовка и патриот Литвы, одновременно еврейка, что неоднократно подействовало на ее судьбу. Она одна из немногих, которые спаслись в Кауновском гетто. Попала туда буквально со школьной скамьи. Ее оттуда вытащили и спасли литовцы, в том числе Стефания Ладигения, вдова литовского генерала, которого расстреляла НКВД. Как мало кто, Ирена, понимает весь ужас, но и всю сложность дел этого времени. Литва до сих пор не рассчиталась до конца со временами нацистской оккупации. Этому мешает неправильно понятый патриотизм и желание обелять своих. Даже существует печальная шутка. И во времена республики обоих народов, то есть в 17-18 веке, литовцем был тот, кто любил родину и признавал литовский статут. А теперь так называемые наши патриоты считают литовцем исключительно того, кто любит родину и отрицает или хотя бы уменьшает участие литовцев в Голокосте. Это, кстати, типично не только для Литвы, это типично также и для Польши. Вот Елена Вейсайте,
наверное, единственный человек в Литве, который в этих условиях умеет и способна перебрасывать мосты через, между литовской общиной и еврейской общиной. Ей, ей в этом помогает именно, именно способность к эмпатии и абсолютная честность. Она очень хорошо понимает, через какие тяжелые испытания прошли литовцы. Она понимает их национальные аспирации, она национальное чаяние, скажем так. Она умеет радоваться успехам литовской культуры и искусства больше, чем многие литовцы. Она понимает наши травмы, она понимает также наши фобии, о которых она умеет говорить цивилизованно и неоскорбительно. Вот много, есть люди, которые пытаются делать то же самое, в том числе и ваш покорный слуга. Но я так не умею. После войны Ирена была студенткой в Москве и в Петербурге, в то время Ленинграде, и профессорами ее были, это все как раз описано в книге, профессорами ее были многие недобитые, так сказать, остатки великолепной петербургской культуры. Таким образом, она стала также человеком не только литовско-еврейского пограничья, но также и литовско-русского. Она получила доктора наук по германистике, новая пограничная область. Много лет в Вильнюсе преподавала немецкую и западную литературу, а также историю театра. И когда говорила о Лессинге или Брехте, она всегда умела дать понять, как следует себя вести на бесчеловечной земле в бесчеловечные времена. Она стала одним из наиболее компетентных и умных театральных критиков во всех балтийских государствах. Поддерживала все в этой сфере, что считала плодотворным. И даже не унижалась до того, чтобы оценивать социалистическое творчество. Она особенно сблизилась с Эстонией. Мужем ее был крупный эстонский режиссер Григорий Краманов. И там у нее много друзей, и в том числе и таких, как композитор Арво Пятт, композитор с мировой славой. Опять пограничье, литовско-эстонское. Вот именно тогда я с Иреной познакомился. Я бы сказал, в такие уже сравнительно поздние советские времена, эпоха, которая называлась эпохой зрелого социализма, но теперь это называется вот эпоха предсмертных, так сказать, уже, ну, такая предсмертная эпоха Советского Союза. Я очень многим обязан Ирене. Она для меня была моральной помощью, она поддерживала меня в моменты слабости и сомнения. И была попросту старше, ну несколько старше, я человек не молодой, несколько старше приятельницей. Она не принадлежала к открытым диссидентам, но она была частью очень сильного, очень сильной такой, как бы сказать, группы поддержки. Это принадлежало к той интеллигенции, без помощи которой никакое диссидентское движение не могло бы существовать. К этой группе принадлежали, скажем, Георг Капица, физик, или Булат Акуджава. Ну, и потом знаменитый Сорош как-то не случайно сказал, что Литва для него прежде всего ассоциируется с лицом Ирены. Ну и вот сейчас появились целых две недавно появились целых две книжки Ирены, которые принадлежат к литературному жанру, известному как интервью Лека. И вот одна из них по-литовски, о которой мы сейчас и говорим, но и на нескольких других языках,
с автором Аулимасом Шведесом, другая по-английски, с автором является Ив Пласеро. Это фундаментальные работы, которые открывают уже несуществующий мир еврейской культуры в Литве, но прежде всего они открывают при этом и послевоенный мир, в котором с немалым трудом и в почти неразрешимых противоречиях рождалась Литва современная. Ирина Вейсайте – это моральный авторитет, я бы сказал, выходящий за границы Литвы, один из строителей зрелого гражданского общества не только в Литве, но и во всем нашем восточноевропейском регионе. Спасибо, Ирина, и я твердо знаю, что ваша книга будет иметь очень много читателей в России. Я вам благодарю, Томас. Вы немножко преувеличили мое значение, не принимайте все это за честное. Но это я вам очень благодарна. Кое-что действительно немножко я не заслужила, не заслужила такого, такой оценки. Скромность – это еще одно ваше качество. Что? Скромность – это еще одно ваше качество. Это верно. Не знаю, вот тут сидит мой бывший студент, один из самых любимых моих студентов. Это Витолта Столейкис. Теперь я учусь у него. Времена меняются, знаете. Я очень люблю это высказывание. Ничего нету постоянного, кроме изменений. Nothing is stable except change. Все, я думаю, понимают это по-английски. Это не я придумал, это Бауман всегда говорил за ним. И поэтому очень много меняется. И если я была когда-то его учительницей, теперь я учусь у него. Он стал писателем, журналистом, вторую книгу уже издает. Я очень им горжусь, очень его люблю, и Боже мой, Боже. Вы мне отняли у меня возможность первому сказать, что здесь сидит герой вашей книги, я хотел его пригласить поговорить в какой-то момент. Вы успели опередить меня и сама сказала, что он герой вашей книги тоже. Да, как и... он герой моей жизни. Я, в свою очередь, склонен очень присоединиться и поблагодарить Томасу, что он, я думаю, выражает мысли многих из нас, и что это совсем не преувеличение, то, что он сказал по вашему адресу. Очень большое спасибо, Томас. Я ученица Томаса тоже, имейте в виду. Ну, и без него было бы очень грустно жить на свете. Для меня он является совестью Литвы. Даже... Можно было бы закончить. Это аудитории вы можете это сказать, но попробуйте сказать во многих других. А я не думала, что я это сказала бы где угодно. Я не первый раз это говорю. Я даже писала об этом в моей какой-то статье есть. И у вас, кажется, вычеркнули это. Ну ладно. Знаете, я не знаю, сколько из здесь присутствующих уже читали книгу на литовском или знают содержание. Может быть, было интересно бы коротко пройтись по тем разделам и, собственно, что, как она составлена, какие периоды. Это Ауримас. Так может быть, да, пора сейчас Ауримасу тоже как обещано. Нет, спасибо, я все знаю наизусть. Не скажу ничего, что могло бы вас удивить. Мы говорим о жизни человека, в которой отражается 5 эпох. Междувоенное время, первая советская оккупация. Независимая Литва. Да, междувоенное время и независимая Литва. Первая советская оккупация, вторая мировая война, нацистская оккупация, нацистский режим, Холокост. Потом вторая волна, это второй советской оккупации и
проект советской цивилизации в Литве, и потом опять новая эпоха, независимая Литва и очень трудная школа жить в свободе и научиться свободой пользоваться. Ну вот, собственно, и все. Пять эпох. Я почти ничего не сказал, но мы не говорили про разные эпохи, разные вещи, как два детектива. Мы не спрашивали друг друга, а как там было на самом деле, потому что человеческая память, она как вода, она течет, она все время себя рефлектирует и все время как бы создает новые сюжеты или пытается реинтерпретировать те самые сюжеты. И потому, конечно, я должен был задавать вопросы, а как было на самом деле в этом или в другом месте, когда вы встретились с каким-то человеком. Но мне кажется, что когда говорят люди, которые принадлежат двум разным генерациям, очень важно тоже перейти от этого, а как было на самом деле, к другому вопросу, а какой вы думаете в этом смысл? Смысл войны, смысл этих ужасных дел, которые одни люди сделали с другими людьми, как вы это интерпретируете и как нам с этим жить, как нам смотреть в будущее, когда столько темных страниц есть, уже написано, и в каком-то смысле эти темные страницы иногда даже отнимают у нас очень большую долю оптимизма, когда мы говорим о будущем. И я все время пытался с Еленой говорить о смысле жизни. И потому я не очень хочу так подробно рассказывать разные сюжеты, как они там открываются в наших разговорах, потому что это для меня, конечно, ну как бы структура повествования, но это только этот первый пласт. И для меня важнее всего этот другой пласт, в котором мы уже пытаемся говорить о том, какое соотношение мы создаем с историей и с памятью. Жирно интересно с Ауримасом разговаривать. Да, я думаю, что это больше будет мотивировать прочитать книжку действительно и узнать тот пласт, на котором происходит вот все эти сюжеты, истории, вся эмпирика. Это действительно дело читателя, и можно что-нибудь рассказывать, но только для, как бы, не знаю, для иллюстрации или как примарку. Я вспомнил и хотел бы заметить, пользуясь случаем, что вот тут я веду этот разговор, что Ирена продолжает какую-то свою благородную миссию, которая каким-то образом была дарована ей, не знаю, Богом или судьбой. Она продолжает до сих пор то, что описано в книге, и как бы там отражена суть ее личности. Но по одному примеру хочется рассказать, как она вот эти перебрасывает мосты, как выразился Томас, между культурами, эпохами и людьми. Скажем, по примеру такой писательницы из бывшей Восточной Германии, которая приехала к нам в библиотеку, но, видимо, до того она познакомилась, не знаю, с кем она прежде всего вошла в контакт, которую зовут Реклиндис Раута.
И она является внучкой коменданта Кауновского гетто, который ответственен за 11,5 тысяч жертв, из которых он отправлял в 9-й форт. А у нее история такая, что она только где-то в 2010-2011 году, когда решила посмотреть, погуглить, кто еще... В 2003 году. Ни у кого памяти. Погуглить, кто еще носит такую же фамилию в мире, она наткнулась, что ее дедушка Гельмут Раука, вот именно тот комендант Кауновского гетто, и она в детстве ничего вообще не знала, знала про вроде существующего дедушку в Канаде. Потом газеты писали, что он в 1983 году его привезли судить во Франкфурт на Майне. Тоже газеты что-то написали, но она очень этим не удивлялась, потому что в то время все мужчины служили в армии, ну и что там, очередной офицер. Но тогда вот в 2003 году, когда она это прочитала, она рассказывала, что она вся тряслась, она еле стояла на ногах, она вошла в кухню, и это шок был большой на нее. У нас тут была встреча с ней, и она рассказывала, она говорила, что да, вины она не чувствует, личной ответственности, но чувствует, что что-то надо делать. И она поехала в Коунас встречаться с людьми, в 9-й форт, что-то говорить. Она что-то написала по-немецки, что 5 лет ее семья, ее родители отказались с ней общаться. Видимо, что... открыла правду и так далее. А Ирена ее приняла в объятия и сказала, и она со слезами в глазах, и мне сказала, что она сказала, что ты мне как сестра. И для нее это было так важно, что ее принимают, что на нее не смотрят, как на внучку палача. И они, как я знаю, они вместе ходили в театр, они дружили, и она просто, и так было это надо. И это, я думаю, этот эпизод очень отражает характер Ирены и то, что она делает в мире вообще. И это не может не волновать. Я, это мое такое спонтанное тут... Но я думаю, что Ирена и сегодня это продолжает. У меня еще какая-то такая мечта, когда вот очень приятно проводить время с ней у нее дома и отбирать книги, которые она нам дарит. Мы выбираем книги из ее пола, она вертит в руках и говорит, вот автора знаю, вот подписал, у нее такая история, мы встречались. Почти каждого она знает. И я говорю, Ирена, давайте я притащу эти книги, тут составлю, и потом мы посадим вас рядом с этими полками. Вы будете вынимать книги, рассказывать истории, мы будем снимать для кино, для телевидения. Это будет ужасно интересно, потому что я уже не могу это передать. То, что интересного она мне рассказывала, это уже... у меня нету в глазах камеры, чтобы... это все снимать. Может, мне это еще и удастся. Так что у нее уйма, космос просто всяких очень интересных вещей, и которые составляют ее как личность, как таковую. И видимо, ведет ее с этой миссией по жизни, перебрасывать мосты и давать понимать, кто мы есть, какой смысл, как у нас, и как выйти из этого замкнутого круга каких-то конфликтов, ненависти, постоянной какой-то мести, постоянной собственной правоты, искания и отрицания других невозможностей, посмотреть глазами
может быть, оппонента или другой стороны. Живинус, да, можно? Да. Я была просто, вы говорите, что не стоит ничего из книги, но я была на презентации летней. И когда как бы Аня, спасибо ей, как переводчик, который переводил, и который в некоторые моменты в книге для читателя будущего, потому что не все читали книгу, и как бы мало кто читал, было очень интересно, я про себя могу сказать, когда Аня брала отрывки, читала, и какие-то вещи она же через себя пропустила, она с Ириной общалась, она донесла до нас, мы услышали какие-то кусочки, это прямо была жизнь. Это, знаете, как отрывки из кинофильма, потому что мы иногда смотрим трейлер, и я бы, я хочу, Аня, чтобы ты это сделала, потому что я думаю, что большинство людей этого не делали. Если мне можно хотя бы. Найти, вы пока поговорите, о чем. Ну, да. Просто реально это было очень сильно. И я помню свое впечатление, вот эмоциональное. Мы же все живем больше не памятью, как говорите, нету камеры, да, в глазах. Но у вас существует эмоция, которую вы сохраняете. Я помню, когда я тогда вышла, и тогда становится понятно, почему книга называется так, да, почему это вот ощущение такое. Мы сейчас все говорим, действительно, но тогда мы еще и чувствуем, почему Ирена такой особенный человек, и почему вообще эта книга была написана. Потому что реально, ну, я, извините, что я, конечно, ввязалась в кайму, в канву этого разговора, но это было невероятное, спасибо Ирена и спасибо Аня, а там Римас, но это было невероятное впечатление. Я надеюсь, никто не будет возражать. Мне кажется, что здесь мы нашли какой-то компромисс. Вы уже видите, что я не хочу так технически пересказывать сюжет, потому что мне это как бы видится как неконструктивный подход к живой личности и к ее жизни. Вы посоветовали, мне кажется, самый такой наиболее оптимальный как бы такой развязку проблемы. Как рассказать о книге, не начиная просто так технически, а в этом черте так, а здесь так. Спасибо. Да, и мне очень нравилось, что она нашла очень такой своеобразный подход к тексту и работала очень креативно. А что ж своеобразного? Я все делала так у вас. Но этот текст не такой, как литовский, потому что Ирена... Она может так говорить по-русски, как вы перевели. Вот что я хотел бы сказать. И когда мы говорим по-литовски, есть одни нюансы, когда говорим по-русски, другие эмоциональные оттенки вырастают. И вот благодаря вам этот текст начал звучать по-моему. Я не знаю, мне казалось, что все ровно как у вас, честно говоря. Ну что, прочитать? Да, да. Я хочу только одну вещь сказать. Но когда я была маленькая, моя бабушка мне перед сном рассказывала разные истории жизни. Не сказки, а просто как все было, да? Там она рассказывала, например, как она маму с маминым братом везла в эвакуацию маленьких и так далее. И вот она уже сама засыпает практически, и мне рассказывает, я уже тоже засыпаю, и вдруг я с замиранием сердца ждала того момента, когда бабушка забывала, что я – это я, а не мама, и начинала вместо «белка» говорить «ты». То есть как бы это все это происходило со мной. И я прямо вот с замиранием сердца ждала, когда она начнет путать меня с мамой, как будто это было я. Вот. Но сейчас я буду читать от имени Ирены, и с замиранием сердца жду этого момента. Вопрос. История Калмыцкого гетто потрясает. 18 августа 1941 года прошла акция интеллигентов. 26 сентября акция тысячи, а 4 октября ликвидировано малое гетто. Без малого за 3 месяца была уничтожена половина населения гетто. Это всего лишь пара эпизодов, не претендующих на исчерпывающий обзор истории Калмыцкого гетто. Однако
И этих нескольких фактов достаточно, чтобы задать вопрос, как в пору таких пограничных экзистенциальных переживаний удавалось тем, кто остался в живых, сохранить здравый рассудок и не сломаться. Ответ. Не всем удавалось в таких условиях сохранить здравый рассудок. Осмысляя собственный опыт, могу сказать одно. Многое определялось просто-напросто инстинктом самосохранения. Никогда мне так не хотелось жить, как в гетто. А когда охота выжить, стараешься сосредоточиться на том моменте, в котором находишься. К примеру, надо раздобыть что-нибудь поесть, чтобы были силы пойти на работу. Одним из главных стимулов уцелеть было желание когда-нибудь поведать миру, что пришлось пережить мне и моим близким. Ведь здраво осознать безмерность происходящего убийства было невозможно. Желанием цепляться за жизнь усиливало и любовь к близким. По правде сказать, я и сейчас, говоря с вами, сама ищу ответы на многие вопросы. И на некоторые не нахожу, хотя не раз спрашивала себя, как в Освенциме 10 тысяч заключенных стояли и смотрели на казнь детей. Я имею в виду эпизод из рассказа Эли Визеля «Ночь». Столько народу, ведь они могли бы победить эсэсовцев, всего несколько десятков. Несмотря на это, огромная толпа стояла безгласно и бездействовала, когда казнили трех изголодавшихся детей. В какой-то момент прозвучал вопрос, а где сейчас Бог? Скорее всего, каждый стоявший в той толпе до последней минуты жил надеждой, что именно ему в последний момент удастся спастись, и в то же время сознавал, что малейшая попытка бунта сразу же убьет эту надежду. Но все это лишь предположение. Я никогда не стояла над ямой и не знаю, что чувствуют люди в такой ситуации. Обвинять их за непредставление, по-моему, глупо и даже жестоко. Думаю, нашу судьбу во многом определили случайные совпадения. Мы жили в постоянном страхе и никогда не знали, какие последствия будет иметь то или иное решение. Жизнь превратилась в какую-то лотерею. Так, например, во время акции интеллигентов мой старший двоюродный брат Ольгемар Гинзбург хотел попасть в число 500 евреев, отобранных эсэсовцами якобы для работы в Кауновских архивах. Но всех их сразу расстреляли. Брата не взяли, так как в списках он был, кажется, 513-м. И он по случайности остался жив. Эти совпадения также сложно объяснить, как и то, о чем я уже говорила, бессилие огромной толпы перед безнаказанным произволом нескольких десятков негодяев, пусть даже вооруженных. Раз уж я начала о совпадениях, надо рассказать еще одну историю. Поначалу в Каунасе было два гетто, большое и малое. В малом работала инфекционная больница. Отец моего друга Яши Брауса, доктор Моисей Браус, был врач-инфекционист. Он часто брал с собой на работу сына-подростка. Как-то утром, это было 4 октября 1941 года, они на пару минут опоздали, и ворота малого гетто оказались закрыты. Эта случайность спасла им обоим жизнь. Именно в тот роковой день нацисты спалили больницу со всеми пациентами и персоналом. Я могу еще немного почитать? Когда была объявлена большая акция, на площадь демократов должны были выйти все, от мала до велика, и трудоспособные, и больные обитатели гетто. Стараясь выглядеть как можно более взрослым, мне тогда было 13, то есть способной работать, я оделась в мамину одежду, надела ее лифчик, напихала в него каких-то чулок, чтобы грудь казалась, как у взрослой женщины. Помню, как мы стояли колоннами, разделенные, как правило, по местам работы. А мимо нас шел гестаповец Хельмут Раука и командовал, кому из евреев подойти налево, кому направо. Иными словами, одних посылали на смерть, другим еще давали временную возможность пожить. Было очень холодно. Мы стояли целый день с раннего утра, ожидая, пока Раука с приспешниками дойдет до нашей колонны. Нас начали сортировать уже в сумерках, после 4. Я видела, как Вальдемар, тетю Полю, дядю Самуила и ее мужа отправили в хорошую сторону, потому что они выглядели еще здоровыми и могли работать. Бабушке и дедушке было уже за 70. Выглядели они плохо, однако я не теряла надежду спасти их. Когда Раука подошел к нам, я смотрела ему прямо в глаза, наверное, с такой гипнотической силой, что он их даже не заметил. Я слышала, как он сказал: «У этой девушки красивые глаза, направо». Помню, как я тащила бабушку с дедушкой, как бабушка на бегу умоляла: «Детка, не спеши, я уже не могу бегать». А я продолжала тянуть их за собой с почти сверхъестественной силой. В тот раз нам еще суждено было вернуться в свое жилище.
Если надо, я могу еще тут говорить. Я думаю, что нам надо дать время для вопросов. А мы хотели то Лейкису дать слово, да. А вы забыли что, об этом? Нет, я не забыл, но я вижу, что Сергей поднимал руку. Как представитель и Союза писателей Израиля, членом которого я являюсь, и как представитель Вильнюсского гетто, родился 26 декабря 1942 года. И хочу сказать, что у нас должна была состояться такая встреча несколько лет назад в школе, где Роза Зинкевич, директором, и там должны были быть три пьесы, посвященные трем нашим судьбам, людям, детям, которые спаслись. И недомогание вам не позволило быть там. Но вот пару часов назад я был у Зинкевичине и напросила передать вам то, что тогда она должна была дать. Я хочу дать вам историю, переведенную в Маяковский язык. Это Добраста, и там одна из предпоследних историй. Это история моей жизни, спасения, и как я попал в Израиль, и как я не могу расстаться больше с Литвой, и, точнее сказать, даже с Вильнюсом, приезжая каждый год, в чем-то участвую здесь, и сегодня вот такое счастье встретиться с вами. Очень приятно, что вы любите все еще Вильнюс. У меня и гражданство литовское есть, меня так в виде исключения вернули, там, я медик, врач. Работала во многих странах, Индия и так далее, от имени Литвы. Но Литва осталась в моем сердце. А поскольку сегодня праздник и ваш, то вот моя история нашей переводчицы. И если позволите. Как поэт я не могу так складно и красиво говорить, как говорят люди вот такого ранга, которые сидят здесь, и прозаики, и люди, ведущие библиотеку. Поэтому, чтобы было коротко и понятно. Пару строф. О той встрече, которой мы ждали, вот люди, которых война опалила, и от которой мы ждем света и добра. И консолидации. Я врач, я знаю, когда сломают бедро, и много осколков, то можно искать виновника и наказывать его, но это не поможет осколкам. А надо лечить это место, для этого нужно терпение, время. И вот это стихотворение, может быть, немножко и говорит об этом. Мы с вами встретимся, когда чуть стихнут ноющие раны, и будет призрачной и странной в тот вечер первая звезда, а в зале будет полусвет, и тишиной начнется встреча, и зазвучат стихами речи о тех, которых с нами нет. И пусть горит одна свеча, одна на всех, но пусть большая, тень на стене не уменьшая, но как надежда горяча, нет, не дано забыть тех лет, и тех потерь, и тех страданий, но как фундамент светлых зданий пусть будет этот общий свет. Мы дети тех, кого забыть нам не дано. По зову крови кто-то встанет и суровее о прошлом скажет, может быть. Но надо выстрадать ответ сердца сжигающей вендетте. Что уходя оставишь детям? Мрак мести или мира свет? И злобой лиц не омрачаясь стих заструится мирным светом. Не для того дана поэтам любви, памяти, свечи. Можете Томасу подарить тоже такой экземпляр? Я подарю. Да? Как я так плохо посчитал? Я подарю Томасу. А здесь, вот, если вам будет интересная история, вот так мой сын, который закончил Академию художества Иерусалима, так воспринимает мое появление на свет на чердаке еврейской больницы Вильнюсского гетто. А как вас спасли, в мешке вынесли? Это история, другая история. Мы сегодня говорим о истории
гораздо более значительные. А мы говорим об этих историях. Я хотел бы вам это отдать, это подборка для вас. И там многое, что я написал, или обо мне написали, которое говорит о том, о моем пути, у вас свой путь, а мой, ну, мне не встречаются такие блистательные прозаики, поэтому когда-то я сам напишу что-то нибудь о себе, а может встречу кого-то, кто-то согласится помочь мне. Но мы еще увидимся, может быть, и сможем обменяться хотя бы. Да, я через 2-3 недели, я должен был сегодня уехать в Польшу, потом в Германию, но я узнал об этой встрече, и поэтому вот такое счастье здесь быть. Мы с Ауримасом очень большими. Я созвонюсь с вами, через 2-3 недели приеду сюда и найдем время. Я буду в Германии. Ну, я часто бываю здесь. Да, но мы обменяемся, да? Обязательно, да. Вам огромное спасибо. Спасибо. Это международное, есть через Израиль. Гирей, ты по життям героя книгу сьогодні? Обещанное слово. Знаете, я могу вот этот момент как-то дополнить. Это очень важно, я думаю, очень важно вот мгновение какие-то моменты и вот насчет взгляда, да? Вот взгляд, когда вот вы смотрели на Рауху, да? Да. И вот так смотрит, и вот живи, да? Вот такой момент. А у Корабликова был такой момент, когда его спустили там из чердака, из малины на веревке, вложив в корзинку, да? И когда его, значит, родня взяла вот эту корзинку с ним, да? Он не помнит ничего, но это все описано, да? И в этот момент они на улице где-то под монастырем кармелитов, где Святых, святых, да, в том месте где-то, да? Григорий Изгатель. Да, да, да. И в то время как раз ночной час был, но вдруг вышел ксёнц и все увидел, что вот с космоса берут какого-то ребенка, да, и забирают уже, да? И этот ксёнц, он мог закричать, сразу бы пришли полицейские, и все кончилось. Он посмотрел, тоже вот мгновение такое, посмотрел, перекрестил и пошел. И он выжил. Понимаете, вот эти моменты такие, это как чудо такое, да? И вот когда вот читаешь истории Ирены и Корабликова, значит, вот, ну есть Бог, но есть что-то такое вот, что умом абсолютно невозможно все объяснить. Вот для меня это очень, такие моменты очень важные, понимаете? И Ирене, в жизни Ирене очень много такого было, очень много, и вот весь этот нарратив, ее вот рассказ, это конечно. А в конце я могу только добавить, я не клон Ирены, но немножко. И, допустим, я уже как-то как старею, уже я всегда замечаю, что я как-то больше и больше я становлюсь каким-то чуть не... Я все делаю так, как Ирена. То есть я имею в виду, что как я вот имею свой этот кружок, факультатив, вот, мачетый, вот, и у вас вы были в Твери, там спали у озера Геннезарета, да, то я потом вспоминаю, что в студенческие времена Ирина тоже так велась с нами, студентами. Я сейчас абсолютно перенял эту всю парадигму. Вот именно как надо общаться, как надо всегда делать какие-то моменты, чтобы люди познакомились друг с другом, чтобы какие-то были новые идеи и так далее, и так далее. Ну вот быть каким-то капилляром, быть каким-то мостом. Это все от Ирены. Она дала очень большую парадигму для многих литовских учителей. Это чистая правда. Я не так просто комплиментами тут фонтаном делаю. Нет, ничего подобного. Очень много, особенно литовистов, под большим влиянием. Вы представьте, невозможно представить себе, какое влияние сделала Ирена. Я не знаю ни одного человека, который бы мог так повлиять на людей. Она не факир, она не гипнотизер. Но по нравственной, этим фундаментом, поведением парадигм, Ирена — это феномен. Таких женщин... Лихтя больше нет.
Ирина, ну ты играй тебя сам, ну, чисто так. Кстати, свою новую книгу я ведь вам посвящаю. Учительницы моей жизни. Мы, может, еще имеем время на, не знаю, пару, на три коротких и два длиннее вопроса. А если можно, я хочу сказать пару слов еще. По поводу Бога. Вот есть Бог или нет? Какие? Вот такой вопрос, который можно воспринимать и, так сказать, в духе Остапа Бендера, а можно и более серьезно. Ну вот есть эта история, я на эту тему стишок написал, но я просто перескажу этот стишок, потому что вряд ли кто его там знает или помнит. История про монахиню, которой позволяли приходить в камеры смертников и утешать этих смертников, потому что гаулейтер этого края был из католической семьи, и вот он дал такое разрешение, вот пускай монахиня приходит. И она пришла к смертнице, кстати, даже не еврейке, а из французского сопротивления, и стала говорить о Боге. Та ей сказала: какой Бог, Господи, если бы был Бог, он бы меня отсюда вывел. И монахиня понимала, что да, действительно, Бога нет, Бог давно разделен, сожжен, повешен, так сказать, это совершенно очевидно. Лежит в тайге под землей и иглами и так далее. Вот таким стал мир. В этом мире Бога уже нет. Так вот, тогда монахиня сняла свою одежду, велела этой девушке одеться, и девушка вышла из тюрьмы, а монахиня осталась на месте и погибла. Так вот, монахиня в этот момент и была Богом. Это как в греческом мифе, как Геракл подошел к Атланту, который поддерживал небесный свод. Атлант был божеством. И вот так сложилось, что Атланту надо было отлучиться, а надо было все-таки поддержать небесный свод, чтобы небесный свод не упал. И Геракл встал и 5 минут держал этот свод на своих плечах. Вот каждый из нас имеет возможность иногда заменять Бога, и это очень важно. Не в таком крайнем случае, как с этой монахиней, иногда и в таком, бывает и так. Но, так сказать, пытаться брать на себя вот эти обязанности Бога, это очень важно. И это иногда кому-то удается. Ну, дальше уже говорить не буду. У меня вопрос. Да. Там с этой девушкой, которую она спасла, потом ничего хорошего не было. Так это по стиху. Так слушайте, я же не знала, что она не была еврейкой. Вот что это. Она не была еврейкой. Но она могла быть еврейкой. Не важно. С ней ничего хорошего не произошло. Это уже моя выдумка. А, вот что? Нет, это моя выдумка. И, специальная выдумка. Да, но почему? Что значит? А что с ней было? Как говорится, стоило. Нет, а что на самом деле было неизвестно. Стоило ли, раз жизнь ее была совершенно бессмысленной после этого. Так вот, понимаете, это тоже вопрос, стоило ли, так сказать, стоило ли идти на распятие ради человечества. Потому что человечество тоже ничего особенно хорошего не производит. Ну, это как сказать? Этот вопрос не может ставить. Бог так не ставит вопрос. Есть ли смысл в этой будущей жизни или нет? Ладно. Но это нам не дано знать. Это нам опять не дано знать. Но то же самое и Кольбе. Кольбе ведь тоже пожертвовал ради
его, так сказать, рядом с ним стоял поляк, у которого 5 детей. Да, да. Его отобрали насмерть, чтобы расстрелять нацисты. И он расплакался, сказал, как его дети останутся сиротами. И тогда Кольбе, который был монахом, он пошел вместо него в газовые камеры. А вот такие случаи были. Ну вот, скажем, хороший педагог в какие-то моменты заменяет Бога. Ну, не знаю, заменяет или трудно сказать. Может быть, да, я понимаю, это божественные поступки. Христос. Я очень короткое слово скажу. Я хочу обратить внимание на отношение Ирены Яуримуса к своим произведениям. Они работали над литовским текстом очень плотно, тяжело, учитывая, что Ирене трудно читать. Нет, мне тогда еще не было трудно читать. И они адаптировали книгу к русскоязычному читателю. То есть это отношение очень важное, что человек, люди свое произведение осмысливают и стараются его преподнести так, чтобы оно стало доступно всем. И это все абсолютно было их решение, их работа и потрясающий результат. Спасибо вам. Я еще бегло хотел спросить, вот вы на прошлом представлении говорили, что вот эта 5-я статья в советские времена очень дала себя чувствовать. Что это имеется в виду для тех, которые не читали? 5-й пункт. Как это? 5-й пункт. Как это? В советское время надо было всем заполнять анкеты. А кто и был? В этих анкетах было много вопросов. Один 5-й пункт, 5-й вопрос был какой-то национальность. И когда ты записывал, что ты еврей, то ты чувствовал ограничение, и антисемитизм в советское время был очень явен. Мы все знаем, что евреям готовил, Сталин готовил, так сказать, депортацию в Сибирь для того, якобы, чтобы спасти их от гнева народа, потому что они отравляли. Там врачей, эти врачи и так далее. Но он умер, и мы не попали в Сибирь. Но антисемитизм был очень силен. Как и все, у Гитлера он был открыт. Он говорил то, что он делал то, что он писал, и то, что он думал. А вот настоящим тартюфом страшным был Сталин, который никогда не говорил правду, который играл с людьми, который был страшен, еще я бы не сказала, что не менее страшен, чем Гитлер. И вот на ГУЛАГе погибло даже больше людей, чем погибло в ГУЛАГе. Чем погибло в Немексе. Да, чем в концлагерях. Но тут есть еще один момент. Гитлер управлял 12 лет, а Сталин больше 25. Да. То есть у него ему больше повезло, он не приехал. Ну и Ленин приложил руку к убийству. Несомненно. Да. Несомненно. Так что это, в общем, и страшно, я бы так сказал, идеологически себя оправдывающие бандиты ради какой-то высокой якобы цели, ради человечества. Они были страшные люди, они отравили жизнь. Да, весь 20 век отравленными, и еще сегодня это существует. Да, ну вот... Сейчас в печати литовской я читал, те, кто защищает и производит герои господина Нулейко. Да, он подписал, значит, бумагу, которая загнала евреев гетто, но это чтобы их спасти. Это сказано. Ну вот, научились у товарища Сталина. Научились вот такому уровню. Ну, Рейко, если вас интересует, это действительно очень актуальный вопрос в Литве. Может быть, Ауримас, как историк, может вам больше рассказать. Но я расскажу то, что я. Во-первых, я прочитала его статью 1933 года, которая называется... Хотел бы вам
покел голову лютови. Подними голову лютови. Его имеет в виду на реке. И очень коротко он все уже говорит в своем предисловии, в мото своем, где он цитирует сам себя, что Литва должна принадлежать только литовцам, этническим литовцам, и все инородцы, он имеет в виду немцев, поляков и евреев. И русских. А русских он там не упоминает. В тексте там русские не упомянуты, упомянуты три национальности. Потому что Клайпеду забрали немцы, поляки забрали Вильнюс, все такое, это 33-й год, и он потом это все разрабатывает и пишет подробно, что и как надо. Евреям там достается как следует, потому что они занимают место в коммерции, их надо всех выгнать, и все должно принадлежать только литовцам. Никогда не призывал к убийству, но выгнать их надо. Это он совершенно вот, открытым текстом писал. Потом я не читала, может быть, я уже читал, в 1939 году он написал статью, прославляющую Муссолини и Гитлера. Теперь у меня личное отношение с Нарейхой, потому что он был в одном деле с моей второй матерью и с моим лучшим другом всей жизни Тадасом Асюрисом. Фактически Тадас и его отец Петрос были арестованы, потому что Нурейка к ним заходил и что-то у них оставил. И Тадас был, так сказать, осужден, потому что он не донес и получил 10 лет. Так что я стояла на улице Врублевской, где тройка судила. И там был и Нурейка, но там была и моя вторая мать, там был и Тадас, я не знаю, там он не был Тадас. Но, во всяком случае, был тоже в этом деле. Познакомился Нурейка с семьей Масюриса в этом самом Штутгарте, потому что потом Нурейка протестовал, он поддерживал Плехавичуса, который не создал отрядов СС литовских, что делали и латыши, делали и эстонцы. А у нас не было СС, они все убирали, так сказать, в леса. Так что он фигура такая, он антисемит, но за это, ну, клеймить, наверное, нельзя, каждый имеет свои взгляды. Вот один человек правильно сказал, вот Вагнер был антисемит, да. Достоевский был антисемит, Винцес Кудилка был антисемит, да. Но это было до Холокоста. Да. Это не делает их врагами человечества. После Холокоста антисемитизм, с этим я вполне сказал. Это уже вражда человечества. Это да. Я не помню, но кто-то правильно сказал. Это сказала моя профессорша Заборскайте, моя воспитательница. Она сказала о том, что антисемитизм до Холокоста, антисемитизм после Холокоста, это две совершенно разные вещи. И она абсолютно была уверена, что если бы жили во время Холокоста Кудилка или Воланчиус, который тоже отличался нелюбовью к евреям, они бы спасали евреев. Не то, что они бы убивали, они бы спасали евреев. Это совсем другая история. А если бы Достоевский дожил до Холокоста, он просто сошел бы с ума. Да, он бы сошел с ума, наверное, да. Но я хочу сказать, что Нурейка делал и какие-то, он как человек бывает не только черным или белым. У него были и такие, нельзя сказать, что у него не было заслуг. Он, например, мог остаться за границей, а он приехал в Литву и присоединился к партизанскому движению. Но оправдывать, вот это абсолютно нельзя оправдать. Если он подписал, что во-первых, согласился стать полицейским.
Во-вторых, мы знали все, что такое полиция. Уже Голокауст уже был, так сказать, с начала, фактически большая часть евреев была уничтожена уже в 1941 году. И Йордан, который писал свой отчет гестапо, сказал, что Литва уже почти юденфрай, за исключением там нескольких гетто, которые еще существовали в то время. Так что, понимаете, вот, но Рига должен остаться в истории. Я бы сказала, что о нем надо написать пьесу. Нет у нас теперь такого Шекспира, но он бы, наверное, написал о нем. Но он не может быть ему Доскапович. Он не может быть героем. И то, что литовцы считают его героем, не все литовцы, не все литовцы, я неправильно выразил, патриоты считают его. Не все патриоты. Нет, но и вы патриоты, и я патриот, но это мы не те патриоты, которые про патрия, например. Простите, опять же, я вас прерву. Но интересно то, что эти, их мало. Когда им надо собрать митинг в пользу Норейки, собирается, ну, 200 человек, при этом в основном пожилых. Да. Пожилых и, в общем, темных. Собирают 200. Когда им надо участвовать в выборах, они собирают, в лучшем случае, там, 3% голосов. Но почему-то они навязывают свою доску всей Литве. И вся Литва, в общем, молчит. И молчит. Все молчат, и молчат. Люди, которые с этим не согласны. Причем, боятся. Да. Теперь тоже боятся так же, как когда-то боялись. Вот это страшно. Вы сказали, что эти двое деятелей, Гитлер и Сталин, они, так сказать, загубили весь 20 век, да. И они, то есть губят и 21-й. Да. Продолжают губить. К сожалению, это нанесло чудовищную травму человечеству, чудовищную, да. Которая все время, так сказать, откликается, все время есть, дает какое-то эхо. И если мы будем на это эхо как-то глядеть молча, то ничего хорошего не будет. Это правда. Но это, знаете, наверное, для этого нужно время. Я знаю, что... Я думал, что да, а сколько уже времени прошло, и все время это вылезает. Забывают наоборот, особенно у нас там забывают. Но вы часто говорите. Это не вылезает, это снова рождается, это хуже. Это не забывает, это снова рождается. Потому что забывается. Потому что 25 ничего не было, и вдруг стало. Насчет Норейки, Ирина, вы простите, о пьесах ему... Он дал команду уничтожить евреев в Тунге. Он жил в доме напротив синагоги, из которого выгнали евреев. И все эти разговоры о том, что его друзья прятали евреев, и поэтому он нет, тоже это прятал. Это все не давайте надежды этим людям думать, что вот у него маленькое пятно, а так это великий герой. Нет, это другой момент. Другой момент. У тех, кто его оправдывает, один из главных аргументов, он сидел в Штутгарте, нацисты его арестовали. Понимаете, был такой Александр Ретец, жуткий коммунист, так его Сталин расстрелял. И очень многих жутких коммунистов расстрелял или посадил. Капсука в основном такие. Да, это не является аргументом. Нет, Капсука сумел своей смертью. Ну просто не дожил. Конечно, сел бы, без всякого сомнения. То есть был бы расстрелян, без всякого сомнения. Но это Штутгарт, это не аргумент, потому что тоталитарные режимы часто уничтожают своих сторонников. По тем или другим причинам. Но у Норейки было то, что немцы, да, возможно, это, так сказать, высшая раса. Но мы, литовцы, тоже высшая раса. Вот это было единственное разногласие. Из-за этого разногласия он попал в Штутгарт. Ну, по поводу его дела, когда его в советское время, по его делу проходила Луковскайте, угу. Которая с ним, в общем, была в прекрасных отношениях. Луковскайте человек очень достойный. Я ее знал, она была член Гельсинской группы.
Это не каждый пойдет в Гельсинскую группу так, в те времена. Но тем не менее, она была в его деле. Но ее-то нельзя ни в чем обвинить. Кроме того, что вот она, может быть, слишком ему доверилась, скажем так. Да, но я тоже смотрю на него не только вот с такой очень объективной, но я смотрю, как он кажется, литовец. Он был партизаном, он расстрелян большевиками. Ну, слушайте, простите, многие нацисты повешены большевиками, они не перестают это быть нацистами. Многие большевики расстреляны нацистами, они не перестают это быть большевиками. Нет, так я не говорю, для меня, я очень против этой доски, да. Я никоим образом, я считаю, что очень правильно, что ее надо снять. Но это становится гротеском. То разбивают, опять вешают, то снимают, опять вешают. С нарушением закона, кстати. Да. Эти, которые повесили, также нарушили закон. Конечно, они нарушили закон. Тем не менее, вот все как-то мирятся с этим нарушением закона. И не совсем понятно, что делать. Но имейте в виду, что очень многие, вот это и есть несчастье, очень многие, которые это понимают, молчат. Думают, что умные, наверное. Они, наверное, думают, что они умные. Умные. Нет, вы знаете, есть и страх сейчас. Да, я думаю, что настоящего страха нет, а просто считаю, что лучше промолчать по-умному. Это очень. Анечка, знаешь, я встречалась с такими известными, скажем, людьми, которые, достаточно интеллигентные, вообще образованные, будем не говорить, интеллигентные. И когда вопрос зашел об этой доске, а не литовцы-то, то есть нормальные литовцы с нормальным происхождением, правда, может, не знают каких-то своих других корнях, но на поверхности они литовцы. Так когда они рассуждают, вы до конца не знаете, вы знаете историю, которую вам преподнесли. Он освободитель Литвы, и вообще, то есть его доска была, примерно так, я же приезжая, да, то есть что я могу знать? Ты ничего не знаешь, ты знаешь половину истории. Поэтому, знаешь, тут они не то что молчат, они есть, которые активно выражаются. Я одну маленькую сторону, один маленький шаг совершу. Я здесь 26 числа не была, потому что я в этот момент участвовала в вечере, посвященной 90-летию Юза Олешковского, и должна была спеть там всем известную песню «Товарищ Сталин, вы большой ученый». Я с восторгом, конечно, это совершила и написала об этом у себя в Фейсбуке. Просто чтобы все порадовались. Вы знаете, там началась довольно серьезная дискуссия о товарище Сталине, можно или нельзя к нему относиться так или иначе. Подавляющее большинство моих друзей, конечно, думают так же, как и я, и как и вы, да? Но все равно были люди, которые на полном серьезе транслируют всю вот эту вот идею, так сказать, пересмотра решения, я извиняюсь, выражения 20-го съезда и всякое такое в роде. Чего уж говорить о Нарете, когда даже сама фигура отца народов еще не до конца, так сказать, я вам говорю, сколько угодно, и здесь, и там, или в чужие мозги никак не влезешь, и свои туда никак не вставишь, у них свои аргументы. Они говорят, ты ничего не знаешь, на самом деле, допустим, было убито, не 20 миллионов, а всего 11. Это же ерунда какая. Зачем вы замышляете? Понимаете, какая штука? Вот ошибаешься. Да хоть двух убей. Когда в обществе начнут ценить каждую жизнь, вот тогда это будет зрело. Нет, а когда мне на миллионы счет идет, так это никакого... Тем более у нас очень много народу. У нас мало народу. Надо ценить. Можно мне сказать... Я извиняюсь, я литовец, но не боятся литовцы, стыдятся. Стыдятся. Мы не боимся, мы стыдимся. Я не вижу, что литовцы боятся. Если мы христиане, так мы должны, мы знаем, что только от Гайла
она может принести прощение и спасение. Почему мы этим не пользуемся? К сожалению, мы язычники. Да. И этим гордимся. Нужно от немцев учиться. Почти все немцы сделали покаяние. Русский народ не сделал. Они принимают пример. Я только хочу, ну как бы добавить, я думаю, что сейчас вот, снятие вот этой доски, да, довольно сейчас осложняется, потому что господин профессор написал статью, 15 мин была статья, которая все оправдывается, что Норилька вообще-то все хорошо, все нормально, он герой. Кто написал? Лазберис. Так и написал, надо читать газеты. Нет, только я так утрирую. Извините. Ну вот, и это одно. Другое, Людвига Пацюни написала тоже статью, все хорошо. И вроде она уже, вот две фигуры, очень довольно большие авторитеты, очень важные, люди уважают и знают. Я их люблю, конечно, знаю, да. И они говорят, что это все нормально, все хорошо. И тогда уже это уже очень легко все делается. Тогда скульптор Мустейкис делает хорошую работу, сам приклеивает эту доску, без никаких там разрешений, ничего, это просто такая самодельность, сайдус типа начался новый, да. А епископ Эмерит благословляет эту доску, еще и просвещает, и один ксент еще принимает участие, и даже члены сейма. Они все легитимизируют уже. Они сами, член сейма принимает участие при нелегальном действии, дает пример, что законов не надо соблюдать. Понимаете? Это очень, я думаю, такой, ну, как бы сказать, ну, прецедент такой очень неприятный, и очень такой, я бы сказал, даже как признак плохого будущего. Мы прецеденты знали, понимаете? Что да. Законов можно не соблюдать. Да. Главное, чтобы мы были наглые, имея какую-то крышу, вот и все, и будет наше. И чтобы мы кричали, чтобы это такие. Да, конечно, это самое главное. Независимо святое дело, я думаю, что а закон это не святое дело. Да. Вот и вот этот, когда создали вот этот прецедент, вот именно этот бесшоу такой. Но ужасно то, что мы об этом говорим в компании, где, кажется, все с этим согласны, что это плохо. Да, может быть, не все. А я не согласна. Я считаю, что доска – это фигня. Если доской этой никого не бить по голове, пусть висит. Надо повесить под ней другую доску. А мы не согласны, мы считаем, что он убийца, палач. Вот это красиво. Это креативно, но это не по закону. И повесить вторую доску, и пишите об этом. А жить надо так закону. Важно вторую доску сохранять. А еще повесить. И тогда к этому всему делу будет привлечено внимание. Я на самом деле шучу, потому что вот сколько мы. В своем гараже можно на стенке держать что хочешь. Я не советую идти, поэтому... Я не пойду вообще. Я как умный литовец буду сидеть ровно. А то еще другой придет с кувалдой на цвирку нападать начнут и так далее, тогда это будет бесконечно. Конечно. Нет, кувалдой не надо, а просто повесить, что... А мы считаем, что... А, нет. Так было, как... Я всю жизнь живу в стране, где стоят памятники Владимиру Ленину. И что теперь мне? Нехорошо там. Подумаешь, это Шеменюка просто стоит и ладно. Восстанавливают. В Хельсинки поверни. Где? В Хельсинки. А в Хельсинки? Нет. У нас же хотели восстанавливать. Нет, в Хельсинки, в Тампере находится музей Ленина. Единственный музей в мире сейчас, кажется. Даже в России нет музея Ленина. Но там был съезд партии, где, кстати, Ленин и Сталин познакомились. То есть это съезд, который повернул судьбу человечества в каком-то смысле. И там есть такой музей, но он спокойный, объективный, без всякой пропаганды, просто факты. Но тут было то. Тут вот в этом зале происходил съезд. Вот
фотографии этого съезда, ну и так далее. Есть этот памятник, я его видел, и они объясняют очень просто, что Финляндия впервые стала независимой страной после декрета, что российской власти, которая признала эту страну. Ну, правильно, у них в Гельсинки также стоит памятник. Точно так же, как в Потсдаме, потому что там происходило интересно. Она была тогда, когда встречались лидеры четырех стран, она до сих пор. Но это разные вещи. А мы восстанавливаем и коричневый, и черный фашизм, и красный, и любой. Ленин, кстати, дал независимость Литве. Ну, господа, это опять значит ставить независимость на место Бога. Независимость важнее всего. Если кто-то дал нам независимость, он заслужит памятника. Что бы он другое ни сделал. Нельзя так ставить вопрос. Я такой независимости не надо сказать. Там человек встал уже. Да. Пани Елена, вы учились в самой лучшей гимназии Литвы. Селом Олеговна. Вместе с моей мамой. И то, что я скажу, это не просьба, это завещание. Вы сейчас единственный человек, который может вернуть в этот мир учеников, их родителей, преподавателей. То есть вернуть Каунас, довоенный Каунас, таким, не как его, но мы представляем, а таким, как он был. Поэтому просьба, придете домой и за книгу новую. Каунас, правда, гимназию, в которой училась мама. Как ваша фамилия? У меня другая фамилия. А ее фамилия матери? Фамилия матери как? Матери из Аксайте. Могли помнить, потому что была первым хулиганом гимназии, который ставили в угол или выгоняли из класса. Действительно, я должна сказать, что мои родители, я была единственной в семье, которая пошла в еврейскую школу, все остальные были в литовской школе. А меня отец и мать послали туда, потому что там действительно были замечательные учителя. Очень высокого, так сказать. И вот вам результат. И вот вам результат. Да, я очень благодарен всем, которые высказались, прелегентам и за вопросы. Я рад, что вот книга, которая как бы о таких вечных ценностях, о гуманизме, что нам очень важно, и о смысле жизни вообще, вылилась в актуальную дискуссию, то, что болит, то, что важно сегодня. И это, видимо, включится с помощью всяких технологий в общий дискурс, полилог. Как-то получится, что больше людей уже появится, которые высказали свое мнение про это, и будет, да будет известно всем. Я очень благодарю Елену, что она пришла. Поздравляю. Перевод. И если Елена согласна, и у вас еще несколько времени осталось, как всегда бывает, вы можете подойти, подписать книгу или что-нибудь спросить. Мы с Ауримасом, это наша общая книга. Да. И, кстати, как человек, который читал эту книжку, но не читал, вот наши ко всей дискуссии, для того, чтобы не рождались люди, которые вешают доски, нам такие книжки читать и помнить, почему она называется, что жизнь должна быть чистой. Потому что тогда ты не забываешь, а ты живешь другими моментами, и ты не можешь уже повесить больше доску, какой бы ты национальности ни был. Поэтому я к тому, что если у кого нету их, купите и возьмите. Thank you.